интерактивом от ансамбля «Задоринка» в Абаканской картинной галерее начинается самая таинственная акция «Ночь музеев». Для гостей праздника свои двери Чилтыс открыл в 6 часов вечера. Сегодня здесь не только любители живописных выставок, но и семьи, которые решили провести свой вечер в теплой и душевной компании, пообщаться с интересными людьми. Абаканская картинная галерея имени Федора Ефимовича Пронских традиционно присоединяется к ежегодной акции «Ночь музеев», которая проходит в нашей стране. И в этом году это мероприятие проходит уже в 13-й раз. Ну, вначале это было открытие выставки, отчетной выставки Союза художников, затем встреча с художницей Татьяной Виноградской, и сейчас началась концертная программа. Настроение царит приподнятое, гостей много. Рассказывала свой творческий путь, с чего началось, с Азов, с художественной школы, про свою жизнь в художественной школе, про своих любимых педагогов, с которыми сейчас являюсь коллегами. Раньше они были для меня просто богами. Они сейчас по-прежнему для меня боги, потому что они умеют гораздо больше, чем я. И до сих пор. Поэтому по-прежнему преклоняюсь перед ним. Большое им спасибо. А на первом этаже кипит работа. Малыши клеят, вяжут и даже учатся писать. По-настоящему семейный вечер объединил сегодня детей и их родителей. Кто-то проходил мимо и, как говорится, зашел на огонек, кто-то об акции знал и даже посещал подобные мероприятия прошлые годы. Словом, и те, и другие сейчас заняты делом, мастерят поделки. Мне нравится здесь. Тут очень весело. Я еще делала сову из... Из бумаги. Меня сюда привела тетя. Я сначала была на втором этаже, где рассказывали о художестве. И сейчас я пришла сюда, я долго рассматривала всякие картины, и сейчас пишу пером. На одной из площадок организаторы решили в прямом смысле окунуть детей в прошлое и научить их писать настоящим пером, настоящими чернилами. Слушайте, ну это очень интересно и очень сложно. У меня уже все просто расплескалось по листочку. Об аккуратности здесь речи, конечно, никакой не идет. Но, тем не менее, это правда очень интересно. Я хватит. Делаю вот этого, как вот там, поделку. Поделку делаешь? А из чего? Ну, тоже из бумаги и чупа-чупса. Ну, сову там вот сделал, и еще вот это вот начинаю делать. Ночь музеев закончилась в галерее в 10 часов вечера. Можно быть уверенным, что каждый гость ушел с праздника в хорошем настроении. Ксения Майер, Артем Амзараков, новости.